Еще не закончился первый квартал 2019 года, а по статистике производственного травматизма в Новополоцке уже есть один смертельный случай и три несчастных с тяжелым исходом. В зале заседаний учебно-лабораторного корпуса Полоцкого госуниверситета отметили, что ситуация складывается неблагоприятная. Что второй год подряд в городе ситуация складывается, мягко скажем, не совсем благополучно. У нас, вот Анатолий Станиславович докладывал, в 2014 году было тоже два смертельных, а потом у нас был перерыв до 2018 года. У нас вообще смертельных случаев на производстве не было. Всего в организациях Новополоцка в 2018 году произошло 12 случаев производственного травматизма, в результате которых умерло 2 работника и 10 получили тяжелую производственную травму. 2 несчастных случая, один со смертельным исходом, второй повлекший тяжелые последствия, отмечены в ПГУ. К слову, на базе университета уже 27 марта проведут семинар по профилактике травматизма, где будут раскрыты основные вопросы и изменения в правилах расследования несчастных случаев. Также мы пригласили представителей Следственного комитета Новополоцкого отдела, так как мы сотрудничаем с ними непосредственно, когда происходят какие-то ситуации тоже. И, соответственно, пригласили еще Витебский комитет по труду. Непосредственно для того, чтобы расширить все вот эти круги вопросов, как причин несчастных случаев, и обозначить, как называемые, типовые причины несчастных случаев на производстве. Также в целях профилактики производственного травматизма в Новополоцке работает мобильная группа. За 2018 год было проведено 106 обследований организаций разных форм собственности. Выявлено более 600 нарушений. А за 2 месяца текущего года мобильной группой проведено 18 обследований и выявлено почти 190 нарушений. Виктория Клементьонок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.